Операция по лазерной коррекции зрения начинается с того, что вы заходите в помещение с лазерным оборудованием и располагаетесь в расслабленном состоянии на специальном столе. Затем глаз обезболивается анестезирующими каплями, после чего хирург помогает вам занять правильное положение под лазерным аппаратом. Для предотвращения моргания или закрытия глаз применяется специальное устройство, безболезненно блокирующее закрытие век во время процедуры. Затем врач при помощи современного автоматического устройства создаст тонкий лоскут из ткани вашей роговицы, прозрачного окна на передней поверхности вашего глаза. Врач осторожно поднимает лоскут и отворачивает его в сторону. Вас попросят зафиксировать взгляд на мерцающие размытые точки красного света, а врач точно совместит траекторию прохождения лазерного луча с вашим глазом. Когда все будет готово, врач включит лазер. Импульсы лазерного излучения, управляемые компьютером, безболезненно удалят микроскопичное количество ткани, осторожно изменив форму роговицы. Во время процедуры лазер управляется сложной программой, работающей на основании точных данных, полученных в ходе предоперационных исследований. Вы не успеете и глазом моргнуть, как процедура будет закончена, и хирург осторожно вернет лоскут на место, разгладив его специальной медицинской губкой, и даст ему немного подсохнуть.